Председатель окружного совета депутатов Татьяна Одинцова встретилась с коллективом Голицынской школы номер 2 и детского сада номер 62. Депутат рассказала о проделанной работе за 23 год. Особое внимание уделила образовательной инфраструктуре. Только в прошлом году были открыты школа «Багратион», новый корпус гимназии номер 14, детские сады в Трехгорке и Новоивановском. В этом планируется завершить строительство школ в Немчиновке, Горках Вторых и Звениграде. Кроме того, депутат рассказала о новой мере поддержки педагогов – компенсации за аренду жилья в размере 20 000 рублей.